Поедели любители, это интересно, но социальные сети изобретены давно и писали на заборах, также и на партах. Ну ответы оставляли ножиком на дереве. Если ревнует, значит любит. Если не ревнует, значит не в курсе. Мужу по утрам матрёна приносила чай в постель. Ну а если б не успела, с водки б начинался день. Вы не сможете поверить, уже несколько дней вовсе я не сплю, только ночью отсыпаюсь. Слушай, обвиняемый, почему вместо того, чтоб культурно объяснить, что вам неприятны нецензурные слова, запах алкоголя, также сигаретный дым, выпущенный вам в лицо. Вы ударили его, повалили на асфальт, потом дали пенделя, с моста в реку бросили. Я пытался объяснить, но он попросил меня выражаться проще, выражаться проще. Один офисный работник недолюбливал другого, и однажды он ему задает такой вопрос: «Слышь, пертуха, ты когда последний раз дрался?» А пертуха говорит: «Я уже не помню». Отвечает тот ему: «Сейчас счетчик обнулю». Теперь, пертуха, сколько раз в месяц ты бухаешь? Иногда бывает 30, иногда 31. Петлюха, расскажи, как твои финансы? Полиэтиленовые я свои пакеты. Я не только их стираю, так же дырки штопаю. Принимаем на работу собирать малину. За работу платить будем 40 евро смену. Ну а если вас поймают, то мы вас не знаем. У тебя бывает время, когда не бухаешь? Так, конечно, несомненно, это постоянно. Что ты делаешь тогда, расскажи, петуха. Так, конечно, расскажу, я закусываю. За один сеанс избавим от зависимости, от алкогольной и наркотической. Постоянным клиентам предлагаем скидки.